сейчас диплом защищаю. Очень тяжелая неделя была. Вот, пишу, работаю. Так все нормально, отдыхаем. Студенческая жизнь. Приехала из отпуска, работала на даче. Что еще может быть лучше? Со свежими силами. Тружусь на своем рабочем месте. Я художник, не только продавец. И духовное, и материальное удовлетворение. Африканские мотивы, индийские. Еще одна работа вот буквально наша, во стране березовая лисица. Сейчас переставлю ее как надо, и вверх ногами. Хотя есть примета. Если работа стоит вверх ногами, это к продаже. Мы из Челябинска. Проездом третий раз. Нам здесь нравится. Самарский район просто очень. Мы ходили на Волгофест. Было здорово. Пойдем еще сегодня вечером. А было интересно, там лоточек, не знаю, как называется, металлические такие барабанчики. Вот очень тоже интересно. Дорогие, зараза, но звучат здорово. На этой неделе сидела дома, обрабатывала фотографии, готовила к стокам. Мы проводим фотосессии здесь, в старой части города. К нам приходят девушки в основном, молодые женщины. Мы их наряжаем в ретро-стиле, в старинные одежды. И фотографируем в старом городе, в интерьерах и на улице. И потом выкладываем в соцсети и собираем лайки. Вот сегодня мы принимаем экзамен в одном из колледжей Самары. Вот. И в сфере IT. Веб-разработки. Вот. Сейчас у нас обеденный перерыв, мы решили прогуляться. Сегодня я получаю права, чему я очень рада, потому что я к этому шла целый год. С детства прям хотела стать водителем. Мне это удалось. Каждый день приходят нам покупатели и происходит общение с ними. Вот так проходит моя рабочая неделя. Больше всего пользуется спросом наши изделия, изделия ручной работы, которые мы производим. Принимали участие в проектировании Волгофеста, принимали участие в строительстве площадки Алабина. Вот там как раз тоже мастер-классы проводятся всякие разные. Ну, у нас сессии. Учим материал, который нам давали. По презентациям, по лекциям, по книжкам. Приехали из Екатеринбурга, приплыли из Екатеринбурга. И вот сегодня первый день в Самаре. А мы вчера посмотрели бункер Сталина, у нас обзорная была по городу. Так что вот все наметили, сегодня осваиваем ваш город в пешем порядке. Мы планируем сейчас дойти по Ленинградской до памятника дяди Степе. Очень хотим посмотреть. А потом пойдем гулять по району, посмотреть старые дома. Мы приехали из Йошкар-Олы. Вот сейчас прогулка по городу. Насладиться Самарой.